вообще-то бездомный, ну ладно. А, да? Ну, буду бездомным парнишкой. Заходи, выбирай себе парнишку. Пластиковый какой-то. Китайская версия, да? Не фабричный Китай. Это Hitman. What's up, ребятки? С вами канал Alligame, Let's Play Rock. С нами сегодня Даник, да, приставки Games канал. Катать будем в очень интересную игру. Пока, ну, на первый взгляд, она очень интересная, потому что мы о ней ничего не знаем, имеем только представление об этом. Но что будет и на самом деле интересная она или нет, мы сейчас с вами проверим. Надпись «В ожидании хозяина». Я такой... Погнали! Ух ты! Смотри, тут кинцо. Ух ты, что это такое? Это Excel. Знакомься. В смысле? Windows, по-моему, XP. В смысле? Подожди. За ним фотография охотилась. У нас, походу, разные. Прикинь, у нас разные начала. У меня начало, что за мной гигантский портрет охотился. А еще меня бесит, что у меня звук в ушах работающего какого-то трансформатора. У меня уже башка от него болит. Так, я так полагаю, ты в игре? О, я тебя вижу. Прикольно. Привет. Так, подожди, я даже... Что, как даже... картина? Так, нам... Я так полагаю, что нам нужно отсюда подойти выход, или в что? Или где? Или вход. Давай... Или вход, да. Я бы здесь остался. Я, кажется, знаю, тут подсказочки есть. Смотри, стрелочка на стеночке. Стрелочка на стеночке. Знаешь, это по-любому подсказки. Нам нужно туда. Никогда не ходи по стрелкам, я имею в виду. Там же кто-то же их нарисовал. Что ж, отправимся, куда показывает стрелочка. Надо искать следующую стрелочку. Это лабиринт. Это мейс. Это мейс, это лабиринт. И нам нужно из этого лабиринта найти выход. О, смотри, написано что-то. Что написано? Fit, pit, escape. Left escape. Escape. Лево выход. О, я зашел, я в комнате. Здесь два сундука. Здесь комод, ага, пойдем, это лут. О, смотри, тут мне... таблетки есть. Забрать таблетки от... появился. От беспокойства. Таблетки от беспокойства. Эти таблетки используются, чтобы успокоить вас. Они уменьшают ваше беспокойство. Ну, это как бы логично. У меня тут китайская мудрость написана. Миндальная вода? Тиранин вылечит себя, выпив миндальную воду. Спасибо, господа китайцы. Тебе надо 4 рации. Нет, мне отдых хватит. Тут дело номер какой-то гуманоид. Прочитать заметку. Смотри, значит, конфиденциально. Файл неизвестных объектов. Это гуманоид, который кажется сделанным из кабеля. По какой-то причине считается, что он контролирует это место. Когда он рядом, среда комнат меняется, и его как будто притягивает электронные устройства и радиочастоты. Итак, команда экспедиции сделала это фото, на котором проволочное существо бродит по комнате. Класс опасности объекта 4. Что еще? А теперь иди. Иди ко мне. У меня есть другая тварь, смотри. Вот еще одна тварь. Информация. В затаившейся тьме эти стены скрывают что-то таинственное, ярко улыбающееся существо, выделяющееся из теней. Ходят слухи, что у него есть физическое тело, которое нельзя увидеть человеческим глазом. Известно только, что его притягивают все источники света, и что он заманивает вас в ловушку в пустоте теней, и вы, вероятно, никогда больше не увидите света. Помните, улыбка не всегда свидетельствует о спокойствии, если не совсем наоборот. Помните, улыбка не всегда свидетельствует о спокойствии, на самом деле совсем наоборот. Два раза. Использованная литература. Следующая фотография была сделана в более темной части бэкрума. Класс опасности 2. То есть твои провода это... Подожди, Даник. Даник, а где будка? Где комод? Съели. Ну эти, знаешь, вот эти вот. Подожди, где комод? О, появился комод. А что это за прикол? Называется прорисовка, но будем считать, что это зона. Открываем дверь. Давай, ты первый. Цифра 4. В смысле, Альфа? Ты чё? Мы так не договаривались. Ладно. Так, теперь пойдём. Ты первый. Я уже был первым. Смотри, давай. Тут есть на стенке цифра... Это ты закрываешь дверь? Или дверь сама закрывает? Здесь есть цифра 4, да. Цифра 3, цифра 2 и цифра 1. В чем прикол? Я тебе даже так скажу. Их, походу, здесь нифига не... Записка, ходит. Смотри. Смотри. Это 1, загадка, 2, 3, 4. The elevator code. Это скрытый код от лифта. Короче, в этих цифрах... Скрыт код лифта. Надо отгадать, какой код у лифта. Значит, цифра 1. Так лифт открыт. Да, но мы нельзя уехать, если ты не введешь код. С этой стороны нарисована решетка. А с этой стороны с что? Этой а стороны с этой стороны нет решеток. Значит, я подожди. Понял. Кажется, я понял. Смотри. Цифра 1, там, где решетка. Пойдем, я покажу, я, ну, как бы мозг. Смотри, 1, да, и решетка. Соответственно, это первая цифра. Нам нужно посмотреть на цифру с другой стороны. Первая цифра 4, понял? Ага.
Потом идет цифра 2, вторая цифра будет 3. 4, 3, потом 9, потом 7. Вот. 4, 3, 9, 7. 4, 3, 9, 7. Опа. Хера себе, поэтому ты лысый. Ух, и типа умный, да. Ага. Много думаешь. А чё музыка? Подожди. Помнишь там... Да. Ад. Помнишь? Я кого-то слышу. Помнишь, говорили, структура комнат меняется. А ну ещё повтори, что ты сделал. И правда структура комнат меняется. У тебя голова в стенку ушла, в текстуры. Так. Надик как страус, когда ему страшно, он прячет голову в бетон. Подожди, смотри, структура комнаты поменялась. То есть свет гаснет, смотри, чтоб улыбки не было. Или чтоб там... Ты не думаешь, что мы просто, ну, как бы спустились на лифте ниже и как бы просто вышло? Мне кажется, нет. Смотри, это темно. Значит, здесь либо будет провода, либо здесь будет улыбка. Смотри, о, здесь будет человек-улыбка. Ух ты. Давай не пойдем туда. Да, у меня мурашки, если честно. Я прям... Пойдем в... Я очкую, Славик. У меня есть миндальный водор один. У тебя есть миндальный водор? У меня есть таблетки. Вода, короче, она типа для хила. Пьешь воду, и ну типа обезвоживание... Слушай, тут сзади вообще жопа страшная. Очень темно. На сзади посмотри, что... Где? Что, кроме... Давай медленно идти. Первое правило хорроров надо разделиться обязательно, чтобы... Да. По разделенности у нас больше шансов все-таки от мозга убегать. Вот. Во, я нашел, смотри. Холи вотер какой-то. Бери. Миндальная вода. Прочитать записку. Следи за собой, выносливость. Это может спасти вас от смерти, поэтому убедитесь, что вы управляете им правильно. С кем? Так, ухо. Я нашел ухо человеческое. Нихера себе, смотри. Было замечено очень страшное существо, выходящее из вентиляции в бэк-румс. По физиологии напоминает собаку с гуманоидными чертами, то есть с человеческой головой. Известно, что он чрезвычайно агрессивен и опасен. Его такое, его раздражает шум и пугает прямо зрительный контакт. Не смотреть на него, понял? Поэтому, когда вы смотрите на это лицо, к лицу будьте умны. Бывают моменты, когда убежать не слишком помогает. Нужно отвернуться к нему жопкой. Из-за того, что никому не удавалось фотографировать существо, следующий рисунок был создан на основе нескольких свидетельств. Класс опасности 4. О, смотри, что это? Что тут лежит? Фонарики. Так ты фонариком в темноту свети. Опа-на, смотри, структура комнаты меняется. Красненько, видел красненько? Все, ты видел вот это? Самоуничтожение, бежим. Нет, подожди, нам нужно туда. Да, там ни хрена нет. Ох ты, за нами что-то идет. Подожди, комната поменялась, структура. Лифт. Иди сюда. Ясно. Давай переждем. Вот давай в. Да, тут светло. Игра цепляет. У меня ноги стали колоться, понимаешь? У меня очко, говорит, зажалось. Вот так, бегать нельзя, помнишь? Мы запоминаем, значит, почему? Одна тварь не любит бегать, ну, потому что с гуманоид, с человеческим лицом, она не любит, когда от нее бегают. Нет, не смотреть. Шум. И не любит шум. Не любит шум. Вторая херня не любит приборы электро и нападает, короче, и меняет комнату, структуры комнаты. Радио не включаем, выкинем радио. А третья херня сидит в темноте, и на нее светить нельзя, она не любит свет. Чего? Или может вот, наоборот на него надо. Смотри, о, структура. Господи. Что-то рядом с нами. Он материализовался. Кто-то идет. Слышишь? Тихо, не шумим. Не шумим. Тихо. Пойдем в. Слушай, у меня ощущение, что это комната безопасности. Но это херня где-то рядом. Я не слышу. Алло. Надо Алло? Куда-то жать на какую-то кнопку. Дышит слева. В горе. Вот здесь. Да, я понял. Я посмотрю. Здравствуйте. Никого нет. Ух ты, она ломает, она свет тушит. Охереть. Что за... Они тут что, все подряд? Мне кажется, мы просрали момент, когда надо было выходить. Да. А ну подожди, сиди здесь только. Давай подойдем. Что делаешь? Она поменяла структуру комнат. Налево прохода теперь нет. Здесь стена смотри, выросла. Белым загорелось, белым. Короче, когда красный, значит близко. Ой. Может, когда красный, не надо идти?
Ты подходишь? Я вижу что-то. Автомат. Вижу какой-то автомат. Пулемет? Не, вот смотри, там вдалеке какой-то автомат. Пойдем посмотрим. Красная лампочка мне вот вообще не нравится. Абсолютно нет, совсем. Смотри, написано прятаться. Я вышел. Все хорошо. Ага. Все, побежали отсюда. Долго. Побежали за мной быстрее. Ох ты! Бежим. Куда? Направо? Нет? Налево? Налево? Паника! Ключ. Все, хана мне. Забей. Ты в дверь забежал? Ты в дверь забежал? Пластилин не бьет, я понял. Стой, подожди, это ты? Это ты? Ой, что ли, ты что здесь? Это ты или это не ты? Это я, да, это я. Я сейчас помру. Быстрее. Сука! Уйди отсюда, уйди. Я уже убила. Ого. Нет, забей, она из резины как бы, нормально. Я не могу похилиться здесь. Нет. Я резко стал англичанином. Ой, она с мной бежит! Сука! Чё, как ощущение? Очень. Вылези оттуда, помоги мне. В ту беги. Я не могу, меня сейчас убьет. Всё. Hello, motherfucker.